Всем привет, друзья, и вы смотрите обучающее видео на АПК FR TV. Сегодня мы с вами научимся делать переднее сальто. Зачастую переднее сальто – это самое первое, что пробует прыгнуть любой из нас. Ставь лайк, если переда у тебя была или будет первый. И не всегда такие попытки заканчиваются успешно. Если получается делать на бум, то все равно так или иначе присутствует страх и какие-то сомнения. Так вот, все это исправит правильная техника и правильные подводящие упражнения. Самое важное, из чего стоит начать свое обучение данного элемента – это то, как вы ощущаете себя в воздухе при его исполнении. А налаживать мы будем наш вестибулярный аппарат за счет переворота вперед. Для начала пробуем самый банальный кувырок вперед. Выполняем его в три этапа. Приседание с опорой в руки, переворот, подъем на ноги. Головой земли мы не касаемся. Хочу обратить ваше внимание, что ровный кувырок с подводящим на переднее сальто сильно отличается от рейсерского кувырка, который выполняется через бок после какого-нибудь крутейшего прыжка. Не путайте их между собой. Старайтесь сделать подводящее упражнение максимально четко. С опытом это повлияет на вашу технику. После того, как мы начали уверенно кувыркаться через голову, идем дальше. И следующее, что мы научимся делать, это правильный наскок на переднее сальто. Делать переднее сальто с места намного сложнее, чем заднее. Вы спросите, почему? Почему? Все потому, что так устроены наши с вами спина и руки, которые позволяют хорошо махнуть, сгруппироваться на заднее сальто с места. А чтобы сделать переднее сальто с тем же успехом, придется хорошенько приподнять свои физические способности. Уметь много приседать и хорошенько работать плечами. С места можно делать, например, с лавочки или с забора, но давайте вернемся к этому чуточку позже. Итак, наскок с фальсета или с разбега, неважно. По итогу одна нога подступает ко второй, и две ноги одновременно толкают нас от земли. Не нужно сильно бить ногами в землю. За счет этого вы не прыгнете выше. Правильный заход подразумевает хороший прыжок ногами и правильную работу плечей, о которых мы сейчас и поговорим. Сегодня мы рассматриваем классический вариант. Есть еще вариант переднего сальто козлом. Закреплю его где-нибудь сверху в аннотациях, учил Лех Попов. В классическом варианте мы максимально работаем руками через верх. Ни снизу, ни вперед, максимально через верх. Даже если вы хорошенечко разогнались, это не поможет сделать вам переднее сальто, если у вас нет правильного замаха. Поэтому точим хороший наскок с хорошим заходом плечей, точим его до автоматизма. После того, как мы уже не боимся делать переворот через голову и умеем суперский наскок, мы все равно не спешим делать переднее сальто. И следующим нашим упражнением будет высокий кувырок. В паркуре его называют fly roll. Тот же самый переворот через голову, только добавляем наскок. Именно здесь мы с вами делаем финальные корректировки для нашего с вами переднего сальто. Проверяем качество наскока, толчка ногами, работу плечей. Высокий кувырок весьма травмоопасен, если его делать на жесткой поверхности, поэтому воспользуйтесь чем-нибудь мягеньким. Все, что вам останется, это взять группировку, и ваше сальто готово. Но не спешите радоваться. Группировка одна из самых важных вещей на переднем сальто. Чтобы иметь возможность хорошо контролировать свое сальто и не травмировать себя нелепым ударом, тянем колени к плечам. Все мы это тренируем специальными упражнениями. Группировочки из положения лежа и прыжки на месте с группировкой. Группировочка должна быть очень плотной, но не забывайте, что после этого вам еще будет нужно раскрыться. Итак, после целого комплекса упражнений подводящих элементов вы готовы делать переднее сальто. Хочу сказать вам, что попыток должно быть много. Выбирайте для своих тренировок максимально комфортные условия и заточите этот элемент до автоматизма. При исполнении не спешите заваливаться вниз. При наскоке держите спинку как можно ровнее и работайте только через верх. На этом все. С вами был Скита. Напиши в комментариях, если хочешь еще обучалок, на какой элемент. Не забудь подписаться на канал. Всем удачных тренировок. Пока.